Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Субботний мир, Господний мир, субботний мир, всем шалом. Мир всем, шаббат шалом. Шаббат шалом, дорогие друзья. Шаббат шалом, моя семья. Шаббат шалом, супруга моя, Инна Сергеевна. Шаббат шалом, дети, Анастасия с Михаилом, зятем, и с Антошкой, нашим внуком, Николай, Серафим, Татьяна, Сережа, Инна. Шаббат шалом. Шаббат шалом, церковь дорогая, шаббат шалом, мир всем евреям, мир всем христианам, мир всем людям нашей земли. Слава Богу всемогущему, Богу Авраама, Исаака, Якова. Мы зажигаем субботние свечи, празднуем Шаббат. И вот сегодня у меня здесь в Киеве Шаббат. Я прогуливался сегодня в парке Киото. Представляете, в Киеве есть парк, посвященный культурной столице Японии. Кусочек Японии. Пагода, парк камней, сад камней и, в общем-то, дорожки такие, ну, какой-то японский стиль такой, удивительно. Даже не нужно в Японию лететь, можно кусочек, маленький кусочек Японии увидеть прямо здесь, в Украине, именно в Киеве непосредственно. На левом берегу это вот между станциями метро Черниговска и Лисова. Вот, если будете, обязательно пройдитесь, прогуляйтесь, я рекомендую. И вот молился сегодня также и за Японию, и молюсь, и благословляю Японию, Киото. Оказывается, побратим, культурная столица Японии, побратим города Киева, столица Украины. И пусть Бог благословит сегодня Киото, пусть сегодня Бог благословит Японию и всех любящих и боящихся Господа там. Там тоже есть много довольно верующих людей, любящих Господа, любящих Слово Божье. Я даже видел неоднократно уже такие японские такие мотивы в Израиле, в Иерусалиме. Много фотографий, можете даже посмотреть на Ютубе, там, допустим, идут японцы, славят Бога, там, «Ава, Нагила, Ава», да, японцы поют, так интересно. Вот, «Шаббат шалом» там поют, значит, там, то есть довольно, видимо, там, ну, как бы такая часть определенная, как бы уже на виду у населения таких, знаете, сионистов, таких вот именно людей, любящих Израиль, то бишь любящих Иерусалим, благословляющих Бога Израилева. Это удивительно, слава Богу. Так вот, вам привет всем прямо сейчас не из Японии и не из Иерусалима, а привет с Киева, с нашей Киевской архиепископии. Эти дни я, октября, весь октябрь фактически я здесь, в Киеве, потому что у нас идет такое приготовление к собору нашей церкви, реформаторской, я имею в виду православной церкви Христа Спасителя. Мы, православные обновленцы, реформаторы, евангелисты православные, собираемся на собор, то есть конференция такая, собрание такое большое. Вот, может, численно оно, конечно, не такое большое, как, допустим, там другие православные, канонические, там, неканонические, там, второканонические, разные очень православные церкви. Наше собрание довольно скромное. Епископы, священники, диаконы, там, верующие люди собираются. Гости каждый раз, каждый собор бывает у нас. Да, кто был, те свидетельствуют, конечно. Некоторых это очень сильно даже удивляет, что мы открыты к общению и даже евхаристическому общению. Евхаристия, то бишь хлебопреломление, причастие совершается как интеркоммунион, то есть межконфессионально, надцерковно, надконфессионально, общехристианское такое хлебопреломление. И в этом соборе не исключение, даже наоборот, в этом соборе это будет во главу угла поставлено. Почему? Потому что этот собор, я имею в виду последнее воскресенье октября, 29 октября, если будете в Киеве, проездом или наездом, или как бы вообще там, или вообще думаете ехать, не ехать, приезжайте. Обязательно приезжайте,
в Киев 29 октября. С 9 утра начало божественной литургии, которая будет плавно переходить в заседание собора. Проповеди, свидетельства, молитвы. Это все будет звучать соборно. А 30 и 31 числа здесь вот уже то на правом берегу будет начало воскресное, собственно, это на Кловской, станция метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6, там, где обычно, в общем-то, и собираются наши киевская архиепископия в арендованном помещении у ТОСа на 4-м этаже. Не пропустите, объявления все уже есть в сетях, уже и на моем блоге, на ютубе, везде. Вот, и а 30 и 31 это будет уже на левом берегу, то на правом берегу Киева, а это будет на левом, здесь вот на левом берегу Киева. И 30 и 31 октября это уже будет доступно для всех через интернет на канале на ютубе. Я буду делать трансляцию, даст Бог, получится, я надеюсь, получится. Но запись будет делаться по-любому насчет этих соборных заседаний. Вот, ну это собор собором, как говорится, война войной. Вот, а торжество, праздник праздником, торжество торжеством. Ну и по скриптум скажу еще о соборе, что он посвящается у нас в этом году, собор посвящается, он очередной собор, он посвящается 500-летию со дня начала Великой Реформации и обновления мирового христианства. Мы празднуем торжественно конец эпохи Великой Деформации и начало эпохи Великой Реформации. Великого отступления эпоха закончилась 5 столетий назад, и началась эпоха в истории христианства, очень важная, в которой мы сейчас проживаем, восстановление церкви, возрождение, покаяние, потому что реформация – это действительно возрождение, покаяние. Вот, и поэтому весь октябрь я здесь. Вот, и вот шаббатствую для народа Божьего, остается шаббатство. Вот я шаббатствую и имею возможность вот тоже зажечь сегодня свечи. У меня вот виноград различный, взял вот хлеб, купил у таджиков здесь узбекский, называется хлеб. Вот, так, очень вкусно пахнет. Я говорю, что говорю зря, конечно, значит, ну как бы жалко, что интернет не передает, вообще запись не передает все эти запахи прекрасные. Ну, вот так, как-то так. Так, если кто-то уже звонит, ну я уже все, как бы, это все на потом оставим. Общение все. Вот. И, дамы и господа, братья и сестры, следующий, кстати, шаббат, это получается 21, это суббота у нас 14 октября, а следующий 21 же октября. И вот 21 октября, уже ну, как за неделю до начала собора, вот, я буду проповедовать, даст Бог, в Киевской еврейской мессианской общине. Вот как бы там, именно там, в общем-то, это наши друзья, мои лично друзья, раввин этой старшей, старший раввин этой общины, Борис Илович Крисенко, имею честь давно с ним дружить уже. И, знаете, сердце радуется, когда видишь евреев, неевреев, людей разных национальностей, культур, вместе славящих Бога Израилева. Это потрясающе. Восстановление еврейской составляющей в теле Мессии, видеть на наших глазах чудо Божье. Разве это не радость? Это не удивление, это просто восторг. Действительно, слава Богу. И по милости Господней, вот и мы, православные реформаторы, в этом прилагаем некоторые усилия. Слава Богу. Ну и, как говорится, мне говорится, как говорится, сам Бог велел этим заниматься. И мессианское возрождение такое, оно тесно переплетается идеологически, культурно, религиозно, всячески, с возрождением таким реформаторским православным движением возрождения. Это действительно чудо великое. Но об этом потом. У нас сейчас шаббат начинается, уже вот начался, я зажег шаббатные свечи. Вот, и две свечи, кто помнит, почему две свечи мы зажигаем? Ну, можно и больше, конечно. Я взял даже еще, у меня есть такие таблеточки, такие свечечки. Вот, ну вот эти две свечи, они символизируют, как бы, значит, ну, есть разные, как бы, объяснения, но вот одно из таких самых популярных объяснений наших, насчет еврейских, вообще мессианских, то, что они означают «помни и соблюдай». Когда говорил Бог заповеди
то в одном месте говорится «помни день субботний», а другое «соблюдай день субботний». «Помни и охраняй», как бы, «помни и охраняй». Леха доди, а, кстати, вот интересно, оно же даже и песня такая очень известная, думаю, многие из вас слышали эту песню, Леха доди. Я очень люблю эту песню и многие другие шабатные песни. Шалом алейхем, малахей ашай, малахей льон, мимелех. Малхей Амлахим, Акадош Баруху. Мы приветствуем ангелов Господних, посланников Всевышнего. Такая трогательная, такая еврейская песня, которая в каждой семье, так или иначе, еврейской, более-менее даже соблюдающей традиции, какие библейские, она поется, эта песня, в пятницу вечером. Очень трогательная песня. Вот я тоже ее слушал в эти дни как раз в разных исполнениях. Очень нравится мне. Вот и другие песни. Я начал сегодня с песни «Шаббат шалом, шаббат шалом». Это классика. Мы поем эту песню. Другие песни. «Эвену шалом алейхем, эвену шалом алейхем, эвену шалом, шалом, шалом алейхем». То есть мы вам желаем счастья. Я всем желаю мира, я всем желаю счастья, счастья, Барух Ашем, в Господе. Есть другие песни. Благословляем Иерусалим, город великого царя, возрожденная столица Израиля, возрожденного еврейского государства. Не чудо ли это? Это вообще главные такие геополитические чудеса 20-го уже прошлого для нас столетия. Вот, и, как говорится, паки и паки. Просто мы это делаем, благословляем Иерусалим, благословляем Израиль. Как говорится, как у нас в православии говорят, паки и паки, миром Господу помолимся, помажь Господи. Это Кирия Лейсон обычно переводится как «Господи, помилуй», но, в общем-то, «Элейсон», слово «Елей», то есть он помазывает нас на эту молитву, это потрясающе, прекрасно. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, этот шаббат, он уникальный, ну, каждый шаббат, он по-своему уникальный, но этот уникальный из уникальных. Дело в том, что вот сегодня, ну, вчера уже, как бы, Шмини Ацерет было, сегодня Симхат Тора, праздники, которые, как бы, по празднества некоторые, можно так выразиться, по празднества, праздника Суккот, поставление кущей, так написано у переводчиков синодальных Библии нашей русской Библии, русском переводе, в украинском перекладе там кущи, кущи это шалаши, кущи это шалаши, то есть праздник шалашей, праздник шалашей. И главным, не знаю, откровением этого празднества является то, что действительно даже в скромном шалашике, но если с нами Господь Бог, то этот шалашик, он превращается просто, на самом деле, в неприступную крепость. Он прекрасен. С милым и в шалаше рай. С милым Господом нашим и в шалаше действительно рай. Божий рай святой. Но даже и, знаете ли, бронедвери, дворцы целые, особняки, знаете ли, огромные. Ничто, прах, если нет с нами Господа. Как в еврейской вот, общине, где вот я буду проповедовать следующий шаббат, значит, там буду проповедовать здесь, на Дарнице, на левом берегу, и на Театральной. Кстати, да, два будет служения. Одно здесь, другое на, одно на левом берегу, другое на правом берегу. Вот, я буду и там, и там. Вот, и, так вот, и удивительно, в этой еврейской мессианской общине местной, вот киевской, КЕМО, знаменитая КЕМО, кто не знает, подключайтесь обязательно. Завтра будет онлайн-трансляция. Не пропускайте. Каждый шаббат есть трансляция в интернете, прямое включение. Так что это действительно, ну, как бы, благословение, считаю, огромное благословение для всех верующих. Независимо от конфессии нашей, деноминации, вот, национальности, культуры нашей. Это великое благословение приобщиться к торжеству Бога Израиля, к Богу, действительно, приобщиться к торжеству Бога Авраама, Исаака, Якова, Иеговы, Яхва, Элогим. Мы благодарим Бога Всемогущего за милость Его. И вот, ну, я,
меня на столе сейчас вместо халы вот такие лаваши. Ну, главное, чтобы хлеб был и плод виноградной лозы. Вот, значит, и самое главное, это вот в нашем вот праздновании, это сам Господь Бог Всемогущий. Значит, какой мы там сок, вино, что будем использовать, какой хлеб, значит, такой традиционной плетенкой такой, знаете ли, ну, хала, вот, или вот такой хлеб. Самое-то главное, чтобы Господин Шабата, он нас благословил и был с нами. А он ведь сказал, сам Мессия Иешуа сказал, Христос Иисус, я с вами во все дни до скончания века. Так вот, и благословляю вас, дорогие друзья, благословляю во имя Господне, благословляю благословением священников. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еверехеха Адонай ваишмареха, Яхер Адонай панавелейха вихунекха, Иса Адонай панавелейха. Веяселеха шалом. Бешем Иешуа, Гамашиах, Иешуа, Машихейну, во имя Иисуса Христа, Мессии. Пусть Бог Авраама, Исаака, Якова, Отец наш, сущий на небесах, благословит всех вас, дорогие друзья. Благословляю во имя Господне. Боже, благослови сегодня Иерусалим, возрожденную столицу возрожденного еврейского государства, страны Израиля, но самое главное, Твой святой град, Иерусалим. Благослови сегодня весь Израиль, благослови сегодня всех евреев и в Израиле, и в России находящихся. Благослови, Господь Всемогущий, Киев сегодня, благослови Украину во имя Иисуса Христа. Благослови, Господи, Киото, Японию. Благослови, Господь Боже, всю нашу страдавшуюся планету Божию, потому что вся тварь стенает и мучится, ожидая откровения сынов Твоих, Боже. Благослови сегодня все наше, все творение-то, всю нашу землю, Боже. Дело рук наших благослови. Благословен Ты, Бог наш, давший нам хлеб из земли и давший нам плод виноградной лозы. Благословен Ты, Бог наш, давший нам жизнь и дожить до этого прекрасного времени. Спасибо, Господи, за праздник Суккот, завершившийся календарный праздник Суккот, поставление кущей. Спасибо за такое попразднество, которое великим благословением является для всех нас, всех любящих Тебя. Спасибо за Шмини Ацерет, когда мы еще на день задерживаемся с Тобой в этом празднике. Спасибо за сегодняшний день, этим днем, этот праздник, бывший этим днем, Симхат Тора, радость Торы, радость Слова Твоего. Действительно, Слово Твое есть радость наша, ликование, свет наш, жизнь наша. Спасибо, Господь. Ты дал нам жизнь, чтобы мы могли постигать Слово Твое, наполняться им, мыслить Тобой, жить Тобой. Спасибо, Господь, во имя Иисуса Христа. И благослови предстоящий собор. Пусть и этот шаббат, и следующий шаббат, и еще дальше шаббат, они будут такими вехами к нашему этому собору. И воскресным последним днем этого месяца, солнечного календаря, октября, 29 числа, приди и благослови народ своим миром, своим шаломом. Аминь. И шаббат начался, начался новый день. В нашей православной культуре, православной традиции, которая взята с Библии, с еврейской традиции, также перенято. День начинается с вечера. В протестантском мире, в католическом мире, в других, то есть христианских таких ветвях огромных и небольших ветвях, разных ветвях, такое многоветвистое древо христианства у нашей Божьей Церкви, но корень один у нас, сам Господь. У нас основание одно, Иисус Христос, Иешуа Машиах, Иса Масих.
Jesus Christ. Миллионы и миллионы людей сегодня с благодарностью к Богу произносят это святое имя, взирая на того, кого пронзили мы грехами своими, но который стал искуплением нашим. Кровью Его мы спасены, благодатью мы Божьей спасены. И это не от нас, это Божий дар святой. Рассуждаем о теле Господнем, о крови Христовой. Эта тема будет собора. И благодарим Тебя, Господь, за все. Аминь. И вот наступивший новый день, он, значит, к сожалению, в традиционном православии он посвящен культу покрова Богородицы. Но в средние века действительно переосмыслили идею Суккота, идею кущей, но не в ту сторону. Знаете, когда мы пытаемся по-своему что-то сделать наперекор Слову Божьему, то получается какое-то уродство, какая-то трагикомедия. Не хочется о плохом, значит, на празднике субботнем говорить, но надо. Такая ложка дегтя, она присутствует в этой бочке меда, к сожалению. Но для нас это не просто расстройство, а это повод к молитвам. И сегодня я со всеми вами хочу помолиться также за миллионы православных христиан, чтобы действительно стали христианами, во-первых, и за тысячи моих коллег, священнослужителей православных. Я являюсь архиепископом Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Но до 96 года я был традиционным православным священником, и как и тысячи моих коллег, я не был реформатором, обновленцем, и как и тысячи моих коллег, я молился к Богородице, я так называл Матерь Господа нашего Иисуса Христа, к сожалению, называл ее и Царицей Небесной, и Заступницей Усердной Рода Христианского, как я только не называл. Вот, Боже помилуй. Спасибо Господу, что Он спас меня от этих напастей, от этого культа и многих других этих заблуждений. Как написано в Библии, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Это очень важное слово, написано у Иоанна 8:32. Это таким, надо эпиграфом сделать будет тоже в служении воскресном предстоящем тоже. Потому что после шаббата у нас будет служение здесь, вот в Киеве, в нашей Киевской архиепископии. В это воскресенье на Кловскую приходите, кто имеет возможность, кто в Киеве, и в это воскресенье, и в следующее воскресенье. Это подготовительное будет служение к собору. Но темы соборные будут уже звучать, уже будут звучать. Вот, и более так подробно и объемно мы помолимся вот как раз на этих служениях об этом. А сейчас, просто пользуясь случаем, дорогие телезрители, давайте помолимся вместе Господу, помолимся Господи, помилуй. Боже всемогущий, Отец наш Небесный, я прошу Тебя, Господь Боже, о благости и милости Твоей для православия. Я благодарю Тебя за то, что Ты спас меня, за то, что Ты нашел меня в этом мире прелюбодейным и грешным, в этом мире религиозным и оккультным. Нашел Ты меня и спас меня через кровь Сына Своего Иисуса Христа. Благодарю Тебя за дар вечной жизни, незаслуженную милость Твою, Господь, любовь Твою. Через кровь Сына Твоего, Иисуса Христа. Ты своей кровушкой искупил меня, Господь. Спасибо Тебе за все. Боже, и я прошу Тебя, Господь, Боже, как Ты сделал чудо в моей жизни, сделай чудеса в судьбах тысяч и тысяч священнослужителей православных, восточных православных церквей, канонических церквей, неканонических, второканонических, разных очень православных церквей, старых обрядов, новых обрядов. Боже, благослови, Господь, пусть откроются глаза на то, что ни Богородица, ни какие другие умершие святые, ни ангелы, лишь один Господь Иисус Христос является посредником, ходатаем Нового Завета, первосвященником великим, един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Аминь. Вот, и благословляю всех вас, дорогие друзья, паки-паки, как говорится, снова и снова благословляю, пусть Бог благословит вас, и пусть Божья эта благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Из города Киева, Киевской архиепископии, Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Ну и по скриптам напоминаю, пользуясь случаем, напоминаю, приходите на служение и 15-го, вот ближайшего октября, и 22 октября, и, конечно же, 29 октября на собор. Вот. Ну и 5 ноября это будет маленький такой сюрприз, будет, приходите, не пожалеете. Пусть Бог благословит вас. Шалом!
Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат.